Организаторы конкурса «Плюс сайз красоты» «Леди Мармелад» явно не ожидали такого внимания со стороны участниц. Поступило более 100 заявок, из которых будут отобраны только 23. Основной кастинг девушек проходил в формате самопрезентации. Вообще каноны красоты – вещь такая очень спорная, и поэтому мы будем, в принципе, вообще в общей картине творчества. Гармоничная личность, вообще как они пройдут все наши испытания в ходе подготовки к финалу. Я узнала программу конкурса, и она меня впечатлила очень достаточно сильно. То есть это и всякие мастер-классы, и работа с психологом, и актерское мастерство. Но это большой комплекс. И, конечно, разработки творческих номеров, потому что это будет одна из главных определяющих победительницы – творческий номер. Очень часто обладательницы пышных форм – девушки замкнутые и мнительные, а потому участие в таких конкурсах требует смелости. На самом деле конкурс – это такое глобальное путешествие к самой себе, в первую очередь, потому что мы очень часто в быту забываем вообще на себя обращать внимание, на свою жизнь, на свои интересы, на свое творчество. Это уникальный шанс это сделать. Очень хочется творческого вдохновения, это в первую очередь, потому что я как бы много что в себе знаю, мне не хватает, наверное, времени даже, быт как бы съедает все, а тут есть шанс вновь как бы раскрыть крылья свои. Как многие говорят, куча зажимов, вот, я думаю, конкурс очень поможет раскрыться, узнать себя лучше, понять себя лучше. Мне кажется, вот именно из-за этим я сюда и пришла. В нашем городе проводится масса всевозможных конкурсов для самых разных девушек и женщин. Но именно такого креативного проекта в формате бодипозитив челябинцам явно не хватало. Я считаю, что такие конкурсы однозначно нужны. Я никогда в своей жизни не испытывала никакого стеснения, никогда у меня не было проблем, связанных с лишним весом, лично у меня. Но, в принципе, я об этом слышала. И знаю, что это есть. И знаю, что при принятии на работу бывает. И знаю, что в семье бывает такое, что люди очень сильно стесняются. Поэтому я считаю, эти конкурсы нужны. И что люди, как привыкли говорить 50+, это не такой уж и большой размер. Поэтому не нужно как бы думать, что ты хуже кого-то или лучше кого-то. Но все прекрасно. Надо жить, наслаждаться и верить в себя. Окончательный состав участниц уже утвержден. Впереди задания от организаторов и партнеров. Самые яркие моменты подготовки мы покажем в наших репортажах.